Что ж, всем привет! На каждой видеозаписи я так буду здороваться. Вот так вот. Когда я начинаю записывать, я начинаю здороваться, начинаю представляться. И вот у нас Тима номер... Фиг его знает какая, кстати. Меня вообще увидят в чате? Нет, наверное. Короче, пока что я не понимаю, какая Тима. И вот, в общем-то, у нас все вот так раскладывается. Авиабар. Кесок, Сэмми, Таморушка, Трожда. У нас с вами команда Гвардии. Карта, деловой центр и игроки у нас. Смотрите, сладенькая попка. Вот назвал себя так человек. Никчемная. Потом HD Санек в HD версии. Потом порнотип или тайп. Порнотайп. У нас тут и порнуха, и жопы сладкие. СП Панда. Вот у нас единственный нормальный. Ну, ни к чему тоже подходит. Вроде бы так нормально так озвучивать, даже не стыдно за это. Ну, все более-менее, вот складывается к этому. Смотрим, трое против одного, план стоит. Раунд на выбивание для команды обороны, для команды игроков. Что-то у нас форуго 7-0. Нет, 72 хп авиавар. Бухой голос кричать, но все-таки погибает. И 1 в 2, панда. 23 хп. Ой-ой-ой, кесок слетел. 81 хп. Аморушка, давай, за Россию. Да, маук за Россию и вперед. 1-0. Открывающий раунд для команды Гвардии. Оп, вот так вот. Погнали дальше. Погнали дальше. Кстати, за микрофоном Дамир, собственно, мой основной ник. Я люблю везде вписывать Тони. И сам я уже как приноровился к этому. Другие ники никогда я в жизни бы не применял. Просто Тони, везде Тони, да. Можете меня найти ВКонтакте, vk.com/newtony. Ну, представляете, даже вот так вот. Кесокс, минус никчемная панда, минус кесокс. Размен на карте, 4 против 4. У нас идет основной вот сходка под точку Б. Ну, никто не подпускает их на точку... На, у нас сладкая вон там СК1. Минус Эмит, потом у нас на Эдейле. Потом в доме, на Зиге. На Парабеде минус 0. И остается у нас один авиавар против 4 игроков команды синих. Команда обороны. Авиавар. Словно летящей походкой. Словно птица в небесах. Сидит и что-то высматривает в доме, когда все игроки его респу просто прочесывают. Смотрите, смотрите. Где он? Где они? А он еще и бомбы не ставит. О, рука-лицо. Рука-лицо. Все, задумался план ставить. Ай-яй-яй, забомбил противника, минус порнотип. И со спины авиавар сейчас будет казнен. Смотрите, ой-ой-ой, вот, вот так вот. Вот так вот это и происходит. 1-1. 1-1. За сильную сторону, кажется, игроки у нас заняли позиции. Ну, за синюю панду. Давайте посмотрим на местоположение. Сладенькая, никчемная на точке А. Панда на парапеде. HD Санек у нас на БКФ. БК. И порнотип. Он фраги от Морошки. Минус панда. Тем не менее, сладко. В общем-то, стрит и точку А свободно. Можно только прорашить никчемно. Ее закидать хаешками, дымками и флешками. Что у вас там вообще есть? Ну, кесокс вообще не реагирует ни на что. Заходит за кассу, там его шмаляют. И СК-1 просто казнили в голову. Эмит, минус никчемно. Четверо против двоих. Порнотип и HD Санек остались живых. HD Санек у нас просто все качественно делает, как его и ник. Трожда. Почему-то выходит. Или Трожда. Трожда. Ник просто... Зверский, да. HD Санек до сих пор выполняет свою качественную работу. 60 ВП и 720 качества. Я не знаю, как себя шуткануть на этот момент. И один Эмит. Эмит. Одна Эмита за это против двоих. Ну, тут 4 ХП, тут изи. Если бы вообще не убило бы, то вообще был бы позор. Бомба. О, разминировал еще. Ниндзя-тифуз. Ниндзя-тифуз, как это говорится. 1-2. 1-2. Бор, ну в упоре, двух гвардейцев будет встречать, но все-таки они дали отпор, и тут у нас летящая походка, авиаварс, Вертушкин. Все прям поднебесное озвучиваем. Убивать противника, авиавар все-таки погиб на лету. Никчемный К1, там же К1, Амурушка минус HD Санек, трое против двоих. Меньшинство для команды обороны, и пока что мы видим такой расклад, что вот остается... Ой-ой-ой, да, сладенькая погибает. Пока что счет 2-2, и это быстро склоняется к тому, что сейчас гвардейцы вытащат... Начало миссии. Если даже они первый раунд проиграли, второй раунд проиграли, там ничего не значит. Но вот если там будут проигрывать дальше, то уже понятно, что скатились. Скатились. На парапете стоит HD Санек, 20 хп у него при этом остается. И пока что все. Пока что он живет. Могу так сказать.
У нас есть двое КАДИшников, можно так их называть. Ты человек с К1 и отлично обороняет свои позиции. Пока вот не может авиавар со своим аугом пройти со своей злобной панды маской под ноги гранаты. Спасается, да, спасся, 10 хп осталось. На развороте минус сладенько, и у нас четверо против пятерых. Ну тут врез погибает Кесакс, погибает авиавар, ну вот это лол. Темно давит оппонента своего, пистолет в руки, но тут все стандартно, все то, что дается при регистрации Point Blank, не помогает. 3 в 3, пока что такая позиция у нас на карте. И мы видим такой расклад. Перед ЦК Морушка, на банане Эммет уже смещается под Т-шечку район. И Трожда. Это самый суровый такой ник в упоре. 2 хп, не может забрать противника. Ну, даже там застилили. 1 в 3. И понятно, что HD-санек у нас не будет в таком расположении. Ну, хотя бы он вот этого человека забрал. У него сколько? У него 20 хп. Против лоува и полумертвого человека. Полумертвого гвардейца. Вы думаете, как он разглядел? Я вообще ничего не видел. Если сейчас он заберет Эммета, то нереальная ситуация. Прям миссия невыполнима будет выполнена. Но он все бросает. 10 хп, 5 секунд от бомбой. И страсти накаляется. Так и понятно. Ясно, понятно. 3-2. У каждого есть друг, который, по собственному мнению, является про ВП-2014. Нарисовал я ВКонтакте. Смотрим. Смотрим, что происходит на карте. Кесакс, панда, там перепелка, не могут друг друга попасть, но Кесакс все-таки попал каким-то божественным чудом последней пулей своего ауга, когда он врал глок, и уже как-то она прилетела с задержкой. Пятеро против троих. Пока такой расклад у нас на карте. На парапеде стоит никчемная, и, кажется, сжалилась, не захотела тратить деньги на скины и на оружие, вообще просто зарегистрировалась и побежала. Никчемная, вот 4 балки звания. На банане никого, но хаешки активно прокидывают сюда. Никчемная все-таки внезапностью забрала Кесакса. Это, надеюсь, не парень же, да? А то обычно меня удивляют своими никами. Например, Нелли у нас в гвардии, это парень. Никчемная. Может, этот человек не дописал никчемная жизнь, и на самом деле он парень. Ну, трош, да, на зиге, на парапеде. Минус 2 сделал у нас на экране, 4 в 2. 4 в 2. Говорю, 4 в 2. Вот такой у нас расклад на карте по раундам. Давайте посмотрим на позиции. У нас панда, 93 хп. Эммет уже как-то успел подкосить. Я жди Санек на БКФ. БК, там Аморушка палит всю эту движуху. С бомбы в руках. С птицей в небе. Встречает своего оппонента и как-то даже не перестреливается. Авиаварс летает мгновенно от сладенькой. Трое против четырех. Ну тут два ствола. Аморушка почему-то она до сих пор там сидела, не знаю, что она там выжидала, когда ее окружили уже, просто окружили. 2 в 4. У нас на стрите Эммет сливает сладенькой. Давайте сладенько посмотрим, да, в коробке. У нас Стражда пока не сдается, минус никчемный в упоре сейчас будет. Панда слетает, маска спасает, и сама судьба говорит, нет. Нет, этот раунд не для вас. 4-3. 4-3 и смотрим дальше. Порнотип. Порнотип на точке Б, никчемно она в доме. Все остальные сырные команды обороны уже стянулись под точку А. И на пятерке. На пятерке есть оборона. Есть на парапеде никчемная. Также Кесакс минус порно. Пробегает под Эйлом. Видим никчемная минус Эммет. Ай, Кесакс со спины обошел. Со спины обошел и, да, все-таки с глока первой пулькой улетает задним сальтом никчемная. Тем временем Аморушка подбавил своих тиммейтов своими фрагами. Минус панда. Трое против двоих, меньшинство для команды обороны. Все-таки спину давай. Все-таки он умеет спину убивать. Это мы знаем. Но у него счет 10-4. Захватили точку Б команда гвардии. С хае сладко улетает. Уже не так сладко доиграется. Вот. Все в молоко. Берет дигл попадать сразу. Объясните мне эту логику. 5-3. Старый, ну вы что? Или старый? Ладно, опенфраги от HD-санек. Он у нас на банане только что встретил противника. Даблкин минус в тэшке Кесакс. Трое против пятерых. Авиавар минус порнокис. Вертушек просаживает до сих пор у нас против противника. Поджимает рожданный сутки. Не смог HD-санек с банана все-таки спас своего тиммейта. А здесь остается один авиавар. Давай, садись в самолет.
борщ в кастрюлю и улетел. Но, да. Вот так вот. 5-4. Игроки у нас что-то взбунтовались. Это камбэк. Начало миссии. Камбэчат у нас игроки. Смотрим. Гесакос. Опен фраг минус сладенько. И у нас дрожда стоит. Если даже я неправильно твой ник произношу, то прости меня. Вообще не понимаю, как он звучит у тебя. Может тут раслитым как-то, да? Трой. Нет, я не могу представить. Смотрим, активные перестрелки у нас происходят на карте. Мы видим, у нас основная стяжка по точку А. Жди, Санек, со спины уже с коробки. Начинает поджимать своих оппонентов. Минус Эми, там же может быть еще пару фрагов, но... Пока я ничего не вижу. На, авиавар минус никчемная. Трое против двоих. Авиавар минус порно тип. И... А здесь Санек в одиночестве остался, да, выпрыгивает за... Не знаю, в два, в один. Смотрите, как его окружили. За подню, можно так сказать. 6-4. Начало миссии. Такой расклад. Порно у нас встал на точке Б. Опен фраги от панды минус дрожда у нас в ЦК. Вот он, трупик его валяется. Там же Кесакс, он должен его увидеть. Вот он мелькает. Санек. Через два стекла не увидеть. Его простреливать через ширму, но ни одного попадания не было. Хая под ноги, никто у нас. К1 минус авиавар. Трое против пятерых. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля, Санек. Санек, что ты творишь? Четверо против троих. Кесакс. Парапет. Супер ниндзя. Пробежал. Незаметно. 29 хп. Со спины Кесакс. Даблу делает, запрыгивает коробку там. Никого нет, я думал, там будет противник. А вот запрыгивает на банан, но там... Да, там сюрприз. Такая вот с ником сладенькая попка. 100 хп этого оппонента и стандартный скин с К1 в руках. Аморушка против двоих. Видит оппонента, порно. Ну, тут уже погибает. Без всяких шансов, потому что даже и не попал по противнику. Инфа дана? Нет? Вообще там связь есть? А то тут рандомно же люди заходят на гвардию. Бомба была установлена. Оп, ниндзя, ниндзя пробегает. К1 в руки, гранат в руках. Обстрел, минус 18 хп, минус 35. И тут победила, улетает. Улетает у нас попка. 7-4. Вот так вот у нас выиграла команда гвардии с таким счетом. И что ж, у нас тут еще остается время на последнюю комнату.